Ребята, короче, сейчас у нас будет самая, наверное, ответственная моя гонка. Самая ответственная. Сейчас у нас гонка на машину. Мы, ребята, отсюда едем до доков, вот прям на конец. Потом от доков, ребята, едем вот сюда вот. И после этого, ребята, мы должны будем доехать до пирса. Это будет гонка на машину. Не каждый ставит свою машину, а на какую-то, вроде бы, на Evolution, ребята, 10-й. Это будет жесть, ребята. Мы можем проиграть свою машину. Или я не знаю, что будет на кону. Но сейчас мы начнем, ребята, прямо отсюда. Там все выстраиваются. Давайте ждем их. Все. Давайте. 3, 2, 1. Погнали. Ох, ребята, я сейчас просто должен тащить. Просто как не знаю кто. Гонка в сумме займет где-то километров 10. Вроде бы. Точно не измеряли. Точно не измеряли. Вон они, там Феррари развернула. Или она попала в ДТП. Я понял. Кстати, ребят, забыл сказать, едем разными путями, но обязательно мы должны быть в той точке. Аккуратно. А я сейчас поеду другим путем. Ну, мы, кстати, ребята, у нас опять же сегодня снимают. Да, все, ребята, мы правильно едем. Мы сейчас, наверное, займем первую позицию. О, там кто-то пронесся. Вон. Стоп. Кто это там фигарит так? Я не пойму, это наше или нет. Ё-моё. Плиз. Проскочу. Опа. Шашки, шашки, ребята. Я не знаю, просто я сейчас хз, каким мы едем. Стоп. Там опять... Я вижу, что какая-то желтая машина там мелькала. Блин, а штрихануло-то как? Мы должны ехать. Все, мне повезло. Пацаны, выбито заднее стекло. Все. Пацаны, обратно в обсерваторию. Самое главное, чтобы, ребята, не было ментов. А вот с такой можно уже это... Странно, почему нас менты еще не спалили? Потому что сейчас по всему городу мы просто ездим. Происходит дичка. Я не помню, вроде бы 10 машин или как.
максимум концентрации. Мустанг. А что за... А что? Меня... Что меня подрезало? Уезжаем быстрее. Я не понял, мне что-то в крыло врезалось. Гонщик какой-то из наших. Пипец. Пипец, мне уже... Нет, пацаны, люди, тормози. Я не врезался. Я понял, Мустанг. Это из наших. Нет, это уже... Я не пойму, кто наш, а кто не... О, там кто-то выезжает. Не, это из наших. Я не врезался. Все, сейчас надо будет по прямой ехать. Да пофиг, ребята. Быстрей. Нет, я сейчас не хотел сюда заезжать. Едем. Я не первая, это инфосотка. Опа, чьи? Это наш? Или... Не наш вроде бы. Не знаю, мне... Кто-то уже обратно поехал. Пипец. Кто-то едет до сих пор. Вот здесь, вот сейчас не обязательно делать круг. Едем. Рискуем своими ребята, просто всем. Понял, нам повезло. Должен ехать. Я уже... О, Господи, у меня уже, ребята... Хорошо, что... Небольшой каркасик стоит. Мягкий. Пирс, я не знаю, где он. Мустанг, это наш. Опа, мы под осрамом. Неужто я первый? Неужто я первый? Я первый. Надо сейчас отъехать сюда. Машина, ребята, вся побита. Давайте, пипец.
Вы понимаете, что я сейчас должен здесь пешком ходить, а не на машине. Самое главное, чтобы меня сейчас не въехали. Ой, я не понял. Нет, 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 нет. Не понял, опять машина поцарапалась. Ладно, ребята, я сейчас просто ищем наших ребят. Хаус здесь должен. Вон он, братишки, вон они наши. Ребята, это все, это, вот, звонят уже. Только Хау я не вижу. Первый приехал, но почему за нами копы? Нас спалили. Едем. Что? Я не могу управлять машиной. Колесо. Кто мне спустил колесо? Я не понял. Это засада? Так что? Люди, аккуратно. Дурак, что ли? Почему все... Ребята, это все наши... Все наши пацаны, сорян. Это... Копы. Тоже за ногу. Копы факин. Если что, ребята, у нас есть план, как действовать, если спалили. Некоторые даже не успели в машину сесть. Копы. Нет. Без колеса, ребята, это невозможно ездить. Копы. Уходим. Люди. Уйдите, идиоты. Я чуть не упал. Надо спаливать. Прыгаем. Там копы. Тихо. Все. Я надеюсь. Блин, не допрыгиваю. Вон лестница. Минус одежда, ребята, но я выиграл эту гонку. А в следующей серии мы уже узнаем, что за машину я выиграл.